Привет всем, кто меня смотрит. Сегодня с вами посмотрим видеообзор двух туристических ветрозащит для горелочек. Для чего нужны эти ветрозащиты? Ветрозащита нужна для того, чтобы когда вы приготавливаете пищу на газовой горелочке, либо любой другой, мы эту ветрозащиту обставляем вокруг горелочки и получаем защиту от ветра, тем самым увеличивая КПД горелки в разы. Как мы видим, есть два варианта ветрозащиты. Это первая маленькая, низенькая ветрозащита на 8 секций алюминиевых. Вторая повыше, на 10 алюминиевых секций для более высокой горелки, которая крепится на баллон. Ветрозащиты сделаны из тонкого алюминия, имеет маленький вес, чуть больше 100 грамм, и очень удобно в использовании. Для того, чтобы поставить такую ветрозащиту, мы берем горелочку и закрываем вокруг нее. Вот таким вот образом. Сюда ставим чайничек или любую другую посуду, и боковой ветер не сбивает нам пламя. Если у вас горелка повыше, для этого мы можем использовать более высокую ветрозащиту на большее количество секций. Можно поставить сюда гораздо большую посуду, то есть это нужно для мощных горелок. Собирают за ним вот такую гармошечку. И укладываются вот такие вот компактные мешочки на липучке. Что еще есть характерного для ветрозащиты фирмы Tatonka? Это то, что у ветрозащиты есть такие снизу на каждой секции видим прорези. Для чего они нужны? А нужны для того, что если горелка имеет, если горелка подключается к баллону с помощью гибкого шланга, для того, чтобы гибкий шланг не перекидывать через ветрозащиту и не делать щели какие-то между секциями, мы просто пропускаем шланг снизу вот через эту вот прорезь. Он хорошо становится, тем самым мы уменьшаем количество щелей. Если вам понравилась данная продукция, приобрести вы ее можете в нашем магазине. Пишите, звоните, интересуйтесь. Спасибо за внимание.